Блин, табель мой с оценками прислали. Надо будет папе занести. Опа. Алло. Привет, Вася. Конечно, знаю, что у тебя завтра день рождения. Ну да. Приглашаешь на 2 часа? Буду, конечно, буду. Все, жди, до завтра. Круто, завтра к Васе на день рождения. Пойду пока папе табель занесу. Вот это я себе тачки прикупил. Сейчас поиграю. Ну что, Boom City Racers, начнем-ка с маленьких. Открыл. Ну что, Boom City Racers, устроим большой бум. 1, 2, 3. Бум! Раз, два, три. Бум! Вот это был бум. Соберу-ка я машину и попробую большую Boom City Racers. Что же Васе подарить такого? Может, и какой пистолетик? Нет, он оружие никогда не любил. Какой большой фейерверк! В смысле, троями попробовать? Офигеть, она еще и звуковая, и световая! Быстрее надо ее распаковывать. Наверное, бомбическая будет. Это что за стена? Препятствие еще плюс. Вот эта машинка прикольная. Машинка какая классная, черная. Еще с красным огнем. Ну-ка попробуем. Ух ты, так это и трамплин, и мишень. И этот Boom City Racers я запускаю прямо в мишень. О, так можно ему книгу подарить? Нет, себе б я книгу точно не хотел. Сначала попробуем через трамплин ее запустить. Сделаем большой бум. 1, 2, 3. Бум! Бум! А сейчас попробую запустить в мишень. Что, Boom City Racers, выполнишь этот трюк? 1, 2, 3. Нет, ну вы видели, как я метко ровно в мишень? Попробуем-ка еще разочек. Подожди, а что же он любит? Так он же машинки любит. Только у него их такое количество. Еще одна будет точно неинтересна. Ладно, подумаю еще. 1, 2, 3. Арсель, а чем ты таким занимаешься? Ты что, машинку поломал? Да нет, ты что, это специальные машинки Boom City Racers. Они круто взрываются, когда сталкиваются с препятствием. А я думал, сломались. Ух ты, какая классная машинка. Можно я попробую запустить? Саш, так у меня еще есть одна машинка Boom City Racers. Давай я тебе ее дам, и мы поиграем. На. А что это за фейерверк такой? Да нет, там внутри машинка. Ха, ничего себе! А так на фейерверк похоже. Понятно. Интересно, какая машинка внутри? 1, 2, 3. Бум! Отлично, у меня уже есть 3 машинки из коллекции. Hot Dog, Boom Yah и Boom Daddy. Саша, давай устроим большой бум. Ты в мою машину запускаешь, а я в твою. 1, 2, 3. Бум. 1, 2, 3. Бум! Ух ты, я выиграл! Моя машинка взорвалась. Теперь я точно знаю, что подарить Васе на день рождения.
Boom City Racers. У него такого точно нету, ему точно понравится. А что, неправильно машинку купил? Boom City Racers, да? Погоди-ка, дай-ка посмотрю. Boom City Racers. Все верно, они. Ну теперь, я думаю, у нас подарок будет самый оригинальный. Да уж, Санек, Васе повезло, у тебя, наверное, самый крутой будет. Ух ты, как классно! Вася тоже может собрать всю коллекцию. А если вдруг у меня повторки попадутся, можно с ним поменяться. Ладно, пойду еще поиграю. Раз, два, три. Точно в цель! Раз, два, три. Прикольно! Три раза и три раза ровно в яблочко.